Дмитрий Дмитриевич и Маргарита Андреевна. Сегодня у вас знаменательное событие. Сегодня создается ваша семья. Любовь – это великий дар, сокровище, которое ищет каждый человек. Вы нашли свое сокровище. Искренне ли ваши чувства и намерения? Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ, невеста? Да. Не лгите и не делайте друг другу больно. Врача позовите! Ну что ты смотришь-то? Врача зови! Никогда. Объявляю вас мужем и женой. Жених, поцелуйте свою невесту. Что у нас тут? Частичная ампутация конечностей обеих рук. Шоковое состояние второй степени тяжести. Вижу, случилось-то что? Я не знаю, мужчина привез. И где этот мужчина? Уехал. Родная, что с тобой, а? Кто так? Муж. Отца порвал. Привет. Привет. Пустишь меня? Да, да, конечно, проходи. Прости, только у меня тут не убрано. Давай сразу. Да. Давно тетя Оля уехала? Ну вот, как видишь. Не, я пытался прибраться, просто одной рукой не очень удобно. Серьезно? Для человека, у которого одна рука, у тебя здесь прям стерильная чистота. А что в пакете? Еда. Да ладно. Да. Серьезно, ты готовила для меня? Ну, да, ребята сказали, что ты тут с одной рукой, тетя Оля уехала. Я подумала, наверное, какую-то гадость ешь. Вот,
Решила тебе приготовить. Спасибо, мне очень приятно. Сильно голодный? Ну, так, да. Ну, давай я тогда накрою и поедим вместе. Да, давай. Хороший план. Очень вкусно. Дим. Это ведь ты мне цветы прислал? Да, я помогу. Держи. Ну да, это я. А что, ты еще от кого-то цветы ждала? Да нет, я как раз надеялась, что это ты. Так, ладно, я, в общем, завтра вечером тогда тебе еще что-нибудь принесу, хорошо? Хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. Рука. Извини. Десять утра в столице. Это значит, что в эфире вашей любимой радиостанции, ее бессменные ведущие Стас Медведев и Яна Климова. Сегодня у нас особенный гость. Встречайте грозу отечественного шоу-биза, блестящего журналиста и просто шикарного мужчину Марка Новикова. Марк, рады видеть вас снова. Здравствуйте, спасибо, что снова пригласили. Марк, давайте сразу перейдем к вашей статье про профессора Литвинова. Думаю, нам стоит напомнить. В начале года жена профессора подала на него в суд за унижение и побои. Тогда профессор ограничился штрафом и общественным порицанием. Позже жена заявила, что Литвинов домогался падчерицу. Благодаря общественному резонансу профессор получил реальный срок. На это можно было бы поставить точку. Но нашему гостю история показалась неубедительной. Именно Марк Новиков нашел в деле профессора нестыковки, о которых написал в своей статье. В результате дело возобновили, падчерица призналась в даче ложных показаний. С профессора Литвинова сняли все обвинения, возбудив дело против его жены. Марк, сразу после выхода статьи активисты устроили на вас травлю, обвинив в сексизме и полдюжине новых слов, значение которых я так и не выучил. Да, было дело. Расскажите, пожалуйста, какой была ваша первая реакция? Да, никакой. Это всего лишь очередной новый тренд. А как же ваша жена, Лилия Новикова? Она ведь психолог и известный психолог. Я на нее подписана. Да, как это сказалось на ней? Я слышал, ей пришлось приостановить консультации из-за давления. Скажем так, для нее это был хороший повод для долгожданного отпуска. Марк, вы сказали про новый тренд. Что вы имели в виду? Я про тенденцию общества устраивать травлю до официального рассмотрения дела. Жену Литвинова поддержали, а вот вам досталось. Странно, не находите? Нет, ничего странного. Я оправдал агрессора и снял жертве маску, которая оказалась чудовищем. Допустим, но это лишь исключение. В большинстве случаев жертва не виновата. Понимаю, к чему вы клоните, я, но тогда повторюсь, я часто это говорю, что нужно отключать эмоции, рассматривать каждый случай отдельно, опираясь на нюансы, факты, потому что нередко жертва сама провоцирует насилие. Ну, так мы скатимся в обсуждение того, что было надето на жертве, когда ее насиловали. Хорошо, если вы затрагиваете эту тему, тогда я замечу, что у полуобнаженной женщины, одиноко разгуливающей посреди ночи, гораздо больше шансов влипнуть в неприятную историю не потому, как она одета, а потому, что она наивно уверена, что живет в цивилизованном обществе, где всем абсолютно плевать на ее торчащие с**ки. Последний вопрос. В вашем сердце есть хоть немного простой человеческой эмпатии? Я вас умоляю, Ян, я же журналист, у меня нет на это времени. И на этой замечательной ноте я предлагаю взять паузу. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
Срочно сделайте рентген и перешлите главврачу. Сначала тяжело, потом привыкнешь. Давай я тебя седативно угощу и домой поедешь, ладно? Я не понимаю. Как? Она же больше... Она ничего не сможет. Я знаю. Все, выдыхай. Пойдем, я тебе капелек накапаю. Пойдем со мной, да? Пойдем. Все. Все, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем успокоимся. Послушай, ты... Не можешь игнорировать меня вечно. Давай поговорим. Перезвони мне, пожалуйста. Люблю тебя. Я хочу сознаться в совершении преступления. Еще бухой, что ли? Иди проспись. Я нанес тяжкие телесные повреждения своей жене Маргарите Грачевой, после чего отвез ее в больницу имени Семашко. Вяжи его. Руки за спину. С чего начнем? Начнем с правой. С ней уже ничего нельзя сделать. А с левой что? Отправили запрос в Москву, ждем ответа. Приступаем к формированию пути правой руки. Пила. Маргарита Грачева, мне сообщили, что она поступила 2 часа назад. Что с моей дочерью? Ее оперируют. Извините. Дим. Мне надо тебе кое-что сказать. Говори. Рит. У нас будет малыш. Повтори. У нас будет малыш. Еще раз. У нас будет малыш. Да ладно. Чего? Я стану папа.
так. Ну, теперь нам надо свадьбу сыграть. Ну, прям свадьбу? Ну, может, просто распишемся? Я не хочу. С этим животом буду пузатая невеста. Да ты у меня самая лучшая будешь невеста. Думаешь? Конечно. Да давай повеселимся. Родственников соберем. Мама вообще в восторге будет. И прям голуби будут? Все как полагается. И голуби, рис, и тамада с конкурсами дурацкими. О, ну если тамада, то я просто не могу отказать. Ну что, ты выйдешь за меня? Ну, конечно, выйду. Так люблю тебя. Приступаем к левой. Чего мы ждем? Я ее не вытащу. Но ясно же, что руку не спасти, только время теряем. Мы не спасем. Но вдруг москвичам удастся. Подождем. Простите, Инна Владимировна? Да. Николай Владимирович хочет с вами поговорить у себя в кабинете. Николай Владимирович? Главврач. Пойдемте, я вас провожу. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте за мной. Николай Владимирович, мне очень жаль, но шансов спасти кисть нет. Коллеги даже спрашивали, каким механизмом ее ломали. Я понимаю. А что со второй кистью? Ее нет. Извините, мне пора. Спасибо. Спасибо. Да, конечно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Что с моей дочерью? Да вы не стойте. Что с моей дочерью? Ее сейчас оперируют. Вы знаете, что произошло? Что-то ужасное. К сожалению, да. Ее доставили к нам с тяжелыми травмами конечностей. Кистей обеих рук. Одну из кистей мы пытались спасти. Даже отправили снимок в отделение микрохирургии московских клиник. Но с таким уровнем повреждений это не представляется возможным. Господи. Господи, как он мог? Сегодня дежурит хороший травматолог, но здесь уже ничего нельзя изменить. Что дальше, Николай Владимирович? Ей придется учиться жить без рук. Мне очень жаль. Как
Когда я могу ее увидеть? Я проведу вас, как только она выйдет из наркоза. Там на улице ждут. Ты что, там же холодно. Ничего страшного, подождут. Вот ваш богатырь. Я должен его первый увидеть. Привет. Здорово, мужики. Здорово. Здорово. Здравия желаю. Привет. Сам, говоришь, пришел? Сам пришел. Сам сознался. На смягчающее рассчитывает. Да. Интересно, за что он ее так? Да черт его знает. Нашел! Да убери ты собаку! Убери ее! Рядом! Рядом! Термоконтейнер сюда! Срочно звони в Семашко главному врачу. Понял. Быстрее!